Карибы поддерживают блокчейн-волну в туризме. Карибская туристическая организация планирует внедрить коммерческие криптопредложения в сферу туризма и сопутствующих услуг в партнерстве с местной компанией. Биткоин-стартап BIT поможет интегрировать криптовалютные сервисы в туристическую индустрию. Специфической особенностью государств Карибского бассейна является то, что значительная часть местного населения почти оторвана от финансовой системы. Согласно отчету Всемирного банка, примерно половина населения региона даже не имеют банковского счета. Биткоин-стартап поможет развитию экономик стран Карибского бассейна.